Прежде чем приступить к обсуждению основной повестки дня, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил с днем рождения парламентариев, у которых именины в июне. Виктор Лозиной, начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации района, на протяжении 14 лет возглавлял ведомство. Сегодня коллеги проводили его на заслуженный отдых, а глава округа вручил ему медаль Чистяковой. Вот эта награда, она ведь носит символический характер. Это коллективный труд, естественно, всех, кто работал до меня. Естественно, им большое спасибо, в первую голову. Ну и второе, пожелать вот новой команде, которая продолжает формироваться, новых дальнейших успехов, эффективности в работе, и чтобы наш район был процветающим и в лидирующих позициях занимал. Это заседание в некотором смысле историческое. На обсуждение депутатам вынесено сразу несколько важных вопросов. Устав и структура администрации Одинцовского городского округа. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».